Баню топить собираются, Владимир Александрович. Затопил уже? Уже все, затопляешь? Накачал воду из колодца. А колодец-то наш вон он где. Вон он где. Это вот как раз метровый диаметр равны дыре. Ниже, где вода, 1,5 метра диаметр. Вода чистая, самая лучшая в деревне считается. Приходят, берут, хотя колодцы есть. Так ты еще не затопил? Затопил? Может, затопил? Дым-то идет. Не видел. Правда идет. Ну хоть огонек покажу, я посмотрю. О. О. Вон какое дело-то. Надо стружек туда было захватить, ведерко березовых. Может быть. Это вот артерином дали. Сколько они, на сколько эти? Ну-ка, четвертями замерь, сколько. На 60, наверное. Раз, два. Ну, где-то на 60. 60? Да. Вот под ноги сели. Очень удобно. Хромов Анатолий Петрович. Ну да. Примерно 60. У меня 3/4. Это наша банька такая. По-чистому. Вот полог. Там заткнут котел. Тут не видать, наверное. Как полог. Новые веники, а тут камни, плещи, и жарко будет. Вот так. Собирать, выливать. Сегодня не работает у меня интернет. И тарелка есть, вот и все. Нету совсем связи. Прямо напротив нашего лагеря. Посюда ребятишки приходили, там отворялась калитка, огород загороженный. Кино смотрели. Там теплицу оборудовал, стекло убрал, покрыл.